Сегодня в Тирасполе, в сквере напротив российского консульства, высаживали розы. Для посадки выбрали новый сорт. В столице таких розовых кустов еще нет нигде. Розы сорта «Аскот» появились сегодня на клумбах у памятника первой электростанции. «Аскот» – это английская пиановидная роза. Цветы этого сорта похожи на старинные розы. Специалисты называют их ностальгическими. Бутоны будут крупные, шарообразные формы с ярко-пурпурными лепестками. Уже в конце июня мы уже увидим цветы. Первые цветы, как всегда, мы срезаем для укоренения лучшей корневой системы. Уже потом мы увидим цветение. Второе цветение мы будем видеть, красоту. Кроме яркого цвета, сорт имеет еще приятный и стойкий аромат. Привезли розы из каменского питомника. Всего 300 кустов, все одного цвета. Выбрали так специально, чтобы розовые клумбы было видно издалека. Мы в прошлом году брали английскую розу для посадки в городе. Мы заметили, что даже при больших засухах она достаточно выдерживает эти температуры высокие. При обильном поливе она очень красиво, обильно и растет. То есть большие кусты, красивые цветы. И она меньше поражается черной пятнистостью именно в осенний период. Это уже четвертая высадка роз этой осенью. Розовые кусты уже появились на Западном при въезде в город, в сквере авиаторов и на кругу по улице Юности. Дальше розы высадят на клумбах у дома офицеров и на 100-метровке по 25 октября.